одной деревне поселилось жуткое зло. Настоящее зло, которое никому не дает покоя. Ведь это зло самый обычный туалет. Туалет сатаны. Никто не знает, как и когда он появился. Но все знают точно, живым из него ты уже не выйдешь. Бойся его, остерегайся его. Возможно, его следующей жертвой станешь именно ты, или твои друзья, или твои родственники. Так что держись от него подальше, и чем дальше, тем лучше, ведь он абсолютно беспощаден ко всем без исключения. Туалет сатаны! В один прекрасный, распрекрасный день нашелся герой, отличавшийся слабоумием и отвагой. И он пришел покарать этот туалет. Но в итоге туалет покарал его. Не приближайся к нему, ведь это туалет сатаны. В один прекрасный день брат пришел мстить за брата, а в итоге стал новой жертвой этого беспощадного туалета, перед которым ничто не в силах справиться. Ведь это самый настоящий ужас. Помни, дорогой зритель. Если ты видишь это, помни. Если ты увидишь его, беги от него, пока не поздно. Туалет сатаны!